Всем доброго дня еще раз. Опять мы на выставке. Один цех прошел. Сейчас на выставке. Документы, заявки, разгрузки. Сейчас пойдем в цех. Сегодня хочу вам рассказать про подставку. Многие спрашивают так мельком, потому что бывает снимают. Прохожу и пишут. Значит, размеры ее 1,05 м, то есть 1,05 м, и ширина 1,25 м. В комплекте дверь цельная, можно лево-право ее сделать. И состоит она из нескольких частей. Крышка сверху, крышка снизу. На нее ставится боковушка, рама двери, рама задняя глухая. И соединяется все это болтами. Вот, вчера, помните, я показывал, Z-образная вот такая вот рамка. И соединяется это для большей жесткости, потому что пробовали по-разному. Она шаталась. Вот так самый оптимальный вариант. Жесткая очень получилась конструкция, мощная причем. И стоимость всего лишь 13 тысяч рублей. Мы ее не сильно подняли в стоимости. Вот не сильно, потому что она стоила 12 500, хотя труба подорожала очень глобально. И думаю, что она, мы к весне ее, она поднимется до 15 тысяч рублей. Поэтому успевайте, пока недорогая цена. Очень легко отправляется по регионам, то есть по стране. Имеет очень компактный габаритный упаковку и объем, можно так сказать. Собирается, смотрите, болгайка, винт ставится М8 шайбами. Здесь сверху на саморезы, потому что вот эта верхняя рамка вставляется внутрь. Здесь вот такой огромный вставыш и закрепляется. Здесь все усилено. Специально можно даже любой другой бак поставить. Вот задняя боковая стена тоже диагональным усилителем. Все это 40 на 40, мощнейшая труба. Рама внизу сейчас закопана. И дверь цельная. С петлями, ручка, замок двойной. Вот такая компактная подставка под кубовые емкости. Также применение используется любое разное. Можно обшить профлистом, можно обшить поликарбонатом, доской, да чем угодно. У нас на даче она стоит как под сарай для сельхозинвентаря. Высота у нее 2 метра. Покраска полимерно-порошковая, ну и основание это оцинкованная труба профильная. Можно поставить любую емкость, выдерживает. Я думаю, до 3 тонн смело она выдержит. Потому что кубовик стоит, даже не шатается. Что еще можно сказать? Сварка, как обычно, на высоте. Качество изготовления на высоте, на нашем уровне. То есть это не ширпотреб. И сделано на совесть. Поэтому заказывайте, успевайте, отправим в любую точку. Их сейчас очень огромное количество. Изготовить. Так что и на нее можно сделать какой-нибудь подарочек. И в конце, как обычно, наша Муся здесь, накормили ее. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Ждем всегда в гости, всегда рады всем. Да, Муся? Иди сюда. Скоро у нас будут котята, да? Котята будут много-много. Ты какое. Вот так вот. Все отлично. Всем пока.